Танчик, танчик, йо-йо-йо. Какая у тебя бывшая клевая, Денис? У одной все равно уже ноги. Мы строили мечты, планами расписали календари, но вновь помешались мы на любви. Твой рот закроет или нет, я тебе сказала. Тебе губкой рот закрыть или что, чтобы ты подавилась моющим средством, я не поняла. Что случилось? Даша, она просто поет. Что поет? Он тебе точку поставил, что все, между вами ничего не может быть. Ты это не слышала? Или что? Для чего ты приходишь, песни ему поешь, сочиняешь песни? Для чего? И что? А ты для чего просишь? Ты здесь за отношения или нет? Коротели. А для чего ты ее подтягиваешь сюда? Нет? Вот пустое место. Для чего ему ей петь? Для чего ей? Ответь мне этот вопрос. Для чего, Дима? Я попросил, мне нравится, как поет. А мне не нравится, что она ему поет. Я не буду стоять на вот насильно при Зиновьевой, когда человеку больно, и я вижу, как ей больно. А ты хочешь специально наступить на это, понимаешь, что ты за человек такой? Потому что при всех ты хочешь это делать. Ты хочешь при всех, я тебя сегодня поцеловал, попросили, посомневались, поцеловал. Что тебе надо, раздеться догола или что? Поэтому я тебе... Как мне с тобой общаться? Я не понимаю с тобой, как общаться, правда? Подожди. Вот именно поэтому... Я сегодня здесь ночевать не буду. Понятно тебе? Не надо так, не надо. Уходи, я еще... Не надо так, не надо. Тогда что ты от меня хочешь? Что мы в туалетике закроемся с тобой или что? Какая разница? Ну, мне есть разница.